Истребители армии Израиля ударили по множеству целей в секторе Газа. Десятки боевиков убиты. Хамас опять обстреливает израильский Ашкелон. По городу выпустили более 150 ракет. На видео вы видите, как работает железный купол. Если бы не он, если бы не тщательная подготовка к защите, убежища, гуманитарная помощь, ПВО, то из-за такого терроризма Израиль бы не смог бы продолжить существовать. Армия обороны Израиля объявила, что военные убили командира роты палестинского подразделения «Нухба» Аль-Кади. Убит глава воздушной системы «Хамас» и координатор боевиков при нападении на фестиваль «Нейча Пати» в Израиле Абу Мирада. Глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху заявил, что действия Израиля в секторе Газа – это только начало. Политик отметил, что Израиль никогда не забудет зверств, совершенных его врагами, и не позволит забыть о них миру. Премьер-министр добавил, что Израиль получает огромную международную поддержку. Так и есть, цивилизованный мир помогает теперь не только Украине, но и Израилю. После посещения главой Пентагона Ллойдом Остином Тель-Авива стало известно, что США смогут одновременно предоставлять необходимую военную помощь Израилю и Украине. Стоит отметить, что кроме России и Ирана, палестинцев поддерживает ряд мусульманских стран.